Какая честь быть вместе в пасхальное воскресенье. Год назад у нас была только прямая трансляция. Сегодня последователи Христа уже собираются по всей стране и по всему миру. Бог был благ к нам. Год назад нам, жителям США, говорили, что миллионы из нас, скорее всего, умрут. Бог вмешался, и этого не случилось. Я знаю, что болезнь реальна, но потери были не такими, какими нас пугали. Бог сохранил нас, сохранил для своих целей. Какими бы ни были ваши обстоятельства в эту Пасху, хорошими или не очень, давайте благодарить Господа за то, что Он сделал, делает и будет делать в нашей жизни. Наша тема сегодня — святость. Бог говорит, что ожидает от нас святости. Какая прекрасная тема в канун Пасхи. На кресте Иисус взял на Себя наши с вами наказания, чтобы мы взамен обрели все преимущества Его праведности и святости. Благодаря этому у нас с вами есть надежда стать святым народом в глазах Бога. Возьмите свою Библию или планшет, а главное, радуйтесь. Сейчас Пасха, и мы вместе. Приятного просмотра! Хочу показать вам несколько аспектов святости. Это будет лишь краткий обзор тех моментов, которые мы изучали ранее. Первое. Святость проявляется в контексте других атрибутов Бога. Когда вы читаете и размышляете о Боге и о том, кто Он такой, подумайте о святости Бога. В Его атмосфере нет греха, нет болезней, страха. Всего этого нет у Бога. Он святой. Святость — это не что-то сложное и обременительное. Это уникальное приглашение для человека. Мы были сотворены святым Богом, чтобы быть святыми перед Ним, дабы разделить Его святость. Исход 15, глава 11 стих. «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» Есть еще один важный момент. Я призываю вас подумать о нашей ответственности отражать Божью святость. В Писании есть связь между святостью и возможностью. Вы не можете игнорировать святость, не можете заявить, что вас она не касается. Не можете думать, что это задача и ответственность кого-то другого, и при этом ожидать исполнения всего того, что задумал для вас Бог. Вам нужно также решить быть святыми, как вы решили быть здоровыми. В 32 главе Второзакония Бог говорит с Моисеем. Во всей Библии, вплоть до Иисуса, нет никого, кто сравнился бы с Моисеем по силе и глубине лидерских качеств. Он был уникальным образом подготовлен и уникально потерпел неудачу, после чего Бог изменил его предназначение. Моисей — самый потрясающий пример лидера Божьего народа и Божьих целей во всем Писании, вплоть до того времени, как родился Иисус. Послушайте, что Бог говорит Моисею. «За то, что вы согрешили против Меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, пустыни Син, за то, что не явили святости Моей среди сынов Израилевых, пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Это 51 и 52 стихи. Не знаю, как вы на это смотрите, но меня это поражает и отрезвляет. Бог дал Моисею 10 заповедей и возможность увидеть себя, когда прошел мимо человек, призванный Богом у тернового куста, чтобы вывести народ из египетского рабства, проводил столько времени в общении с Богом, что его лицо светилось, отражая Божью святость. Однако в момент гнева и непослушания Моисея Бог сказал ему: «Ты не смог явить Мою святость, так что ты не войдешь в землю обетованную». Я не уверен, что мы отвечаем Богу с тем уважением, к которому призывает нас Писание. Меня это беспокоит. Мы говорим о святости. Она связана со страхом Божьим, уважением и почтением к Богу. Желание чтить Бога должно преобладать над нашими мимолетными эмоциями, повседневными задачами или соблазнами, возникшими на нашем пути, особенно сейчас. Я уверен, что мы пренебрегаем Божьими возможностями в нашей жизни, когда проявляем веру и небрежность. Возможно, вы верите в прощение, но живете как хотите, а затем говорите: «Бог, мне очень жаль. Твоего креста достаточно».
Я знаю, что ты меня простишь. Если вы убедили себя в этом, тогда позвольте задать вам вопрос. Ваше прощение основано на искупительном труде Иисуса на кресте, а ведь так? Ни на чем больше. Ни на том, что вы примкнули к правильной общине, читаете правильный перевод Библии или сидите в церкви. Наше прощение основано только на искупительном труде Иисуса на кресте. Давайте разовьем эту мысль. Если вы проявляете небрежную веру и считаете, что вам все сойдет с рук, благодаря искупительному труду Иисуса, давайте рассмотрим другой аспект искупления. Я верю, что исцеление связано с искупительным трудом Иисуса. Я верю, что наш Господь — целитель. Я убеждался в этом много-много раз. Он исцеляет и через врачей, и без врачей. Нахон? Нахон. Это означает «верно». У него много способов принести исцеление своему народу. Небрежная вера скажет: «Я не возьму никакой ответственности за свое благополучие. Я постою в уголке церкви. Надеюсь, Бог услышит, когда я попрошу Его меня исцелить». Мы все интуитивно понимаем, что это самонадеянная глупость, и она разрушительна. Бог не обязан отвечать вам, брать столь драгоценную кровь Его Сына, пролитую за нас, и отвечать на наше форменное безразличие к Его призыву к святости. Не нужно относиться к прощению с меньшим уважением, чем к обычному благополучию. Игнорирование нашей ответственности отражать Божью святость повлияет на наши возможности в Царстве Бога. Не относитесь к ним пренебрежительно. Есть третья составляющая святости, о которой нужно сказать. Говоря библейским языком, это ее великолепие и красота. Мы наделяем красоту невероятной ценностью. Мы можем это отрицать, но в нашей культуре так делают. Вы знаете по личному опыту, что многие тратят огромное количество сил, чтобы максимально использовать то, что нам верено. Мы наделяем ценностью и красотой какие-то места. Если вам нравятся горы, вы прилагаете невероятные усилия, чтобы насладиться прекрасными пейзажами. Для вас могут быть ценными долины или пляжи. То же самое с искусством. Наделяя искусство ценностью, вы идете на жертвы, чтобы посмотреть и насладиться этим искусством. Природа не исключение. Мы прилагаем невероятные усилия, чтобы насладиться тем, что представляет для нас ценность. В первой книге Паралипоменон, 16 главе 28 стихе сказано: «Воздайте Господу племена народов». «Воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Поклоняйтесь Богу, почитайте Его, осознайте Его невероятную ценность. Приходя к Богу, мы приходим пред лицо святого, поэтому мы становимся на колени и поднимаем руки, поэтому мы склоняем головы. Мы убираем все отвлекающие факторы, вынимаем наушники, выключаем звук вместо того, что звучит в нашей жизни, потому что находимся перед лицом святого. Тогда все, что атакует и нападает на нас, должно убежать прочь. Когда мы заявляем, что не хотим поклоняться, нам не нравится поклонение, или мы не хотим проявлять эмоции, мы отстраняемся, отгораживаемся от святого. Но это так прекрасно — быть в атмосфере святого Бога. Далее, четвертое. Наше стремление к святости — это выражение намерения содействовать Духу Святому. В послании к Римлянам, 1 главе, 4 стихе сказано: «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Об Иисусе Христе, Господе нашем.
Павел использует очень интересную фразу, чтобы описать дух, который вернул тело Иисуса к жизни. Он пишет по духу святыни. «Сила Божия провозгласила Иисуса Сыном Божиим через Его воскресение». Для чего нам нужна святость? Она позволяет силе Божией проявляться через Его Дух в нашей жизни. Я уверен, что каждый из нас был свидетелем обстоятельств, когда сила Божия, проявленная ради нас, стала благословением. Опять же, святость так далеко от нас, потому что мы равнодушны. Нас не учили, что она важна и ценна. Мы не наделяли ее ценностью, поэтому мы о ней не задумывались, не размышляли и не собирались ее культивировать, отчасти потому, что в нас сидело ошибочное представление, что святость ассоциируется со слабостью, пассивностью и даже бедностью. Но это не библейский взгляд. Быть святым не значит обеднеть. Вы ничуть не более святы, когда бедны. Вы не более святы, когда вас притесняют. Это ошибочное представление, и автор этого представления не Бог Всемогущий. Когда Он сотворил нас и поместил в Эдемский сад, о котором сказано в первых главах Библии, Он дал нам власть и владычество надо всем. В этом нет пассивности, в этом нет и намека на нищету. Самое лучшее представление о святых перед Богом людях, когда они владычествуют над всем творением. Мы потеряли свое положение из-за бунта и греха. Поэтому чем скорее мы вернемся к святости перед лицом святого Бога, тем лучше мы сможем отражать эту картину владычества в нашей жизни. Опять же могу подтвердить это Писанием. 10 глава Евангелия от Иоанна, 17 и 18 стихи. Тут Иисус говорит: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Вы наверняка помните, что Иисусу предстояло пережить предательство, арест, затем осуждение и невероятные страдания. Это так. Римский правитель Иудеи стал угрожать Иисусу во время их встречи. Ему показалось, что Иисус не отвечал ему с должным уважением. Наконец Иисус сказал ему: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы Мой Отец не дал ее тебе». Но перед этим Иисус подготовил Своих учеников. Он учил их: «Отец любит Меня, потому что Я отдаю Свою жизнь, но Он дал Мне власть принять ее вновь». Мы слышим эту же мысль во время ареста Иисуса. Это Гефсиманский сад. Петр решил защитить своего друга, выхватил меч и стал причиной некоторых проблем. Иисус сказал ему: «Убери меч, сейчас не время. Если бы я захотел, я бы позвал легионы ангелов, и нам ничего бы не грозило». Думаю, все согласятся, что Иисус вел святую жизнь. Он показал пример святости на этой земле. Не думаю, что такой образец святой жизни Иисуса каким-то образом демонстрировал слабость, бедность или пассивность. Святость — это то, к чему нам необходимо стремиться, а не просто ждать, когда она придет сама собой. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Каков наш мотив? Мы хотим продемонстрировать свое почтение к Богу, показать Ему свое уважение и страх Господень. Библия говорит, что начало мудрости — страх Господень. В Библии мало мест, с которыми связано больше обещаний, чем со страхом Господним. Написано, что Он принесет вам долголетие, процветание и доброе здоровье.
Вам нужно быть человеком, который культивирует в себе страх Господень. Написано, что тогда святость в нас достигнет совершенства. Как это произойдет? Здесь все сказано. Давайте очистим себя от всего, что оскверняет наше тело или наш дух, и откажемся от действий или духовного участия, которое осквернит нас и еще больше отдалит от праведного святого Бога. Бог не сделает это за нас. Нам нужно очищать себя. Нам нужно отвернуться от нечестия. Нам нужно определить, какое поведение не дает Богу места в нашей жизни и не мириться с таким поведением. Это ненамного отличается от вашего решения быть здоровым. Почти все мы поменяли свое поведение, свои социальные и потребительские привычки. В нашей жизни изменилось почти все. То, как наши дети ходят в школу, как мы вместе поклоняемся, как ходим на работу. Мы сделали это, чтобы сохранить здоровье. Я не критикую, что нам, как церкви, нужно сделать, чтобы изменить свое отношение к святости. Я полагаю, что для современной церкви самоправедность — большая проблема, чем нечестие, и это так. Мы не реагируем на Господа, потому что высокомерно уверены, что нам это не нужно. Но это не ново. Когда Иисус в свое время разговаривал с религиозными людьми, тем мешала самоправедность. Они считали себя не просто хорошими, они считали себя лучше остальных. Но на Евангелиях эта тема не заканчивается. В книге Откровения речь идет о церквях. О людях, пришедших к вере через Иисуса Христа в Малой Азии. Это не церкви Иерусалима, это церкви в Малой Азии. А что Иисус сказал Лаодикийской церкви в 3 главе Откровения? «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное и глазную мазь. В этой церкви люди хотели быть правыми во всем. Я говорю не о спорах, о правильном ударении, свекла или свекла, а о самом их мировоззрении и взглядах на жизнь. Как можно так обманываться и считать себя богатым, будучи нагим и слепым? Это несложный вопрос. Что должно с вами произойти, чтобы вы пришли в церковь в воскресенье голыми? Скажите, о, я не заметил. Нет, дело не только в этом. Я торопился, о, нет, не было чистой одежды. Опять же, нет. Вы должны быть значительно дезориентированы. Надеюсь, согласны. Так как же нам достигнуть совершенной святости? Нужно очищать себя. Не миритесь с осквернением. Не извиняйте и не оправдывайте его. Не говорите. Я такой, как есть, как и моя семья. Либо вы будете проявлять свою плотскую натуру, либо отвергать духовные вещи, которые вас ограничивают. Не связывайтесь с оккультизмом, не связывайтесь ни с какими духовными проявлениями, источником которых является не Дух Святой. Будь то движение New Age, восточные религии или какие-то практики, люди говорят, я в это не верю. Разве вас это защитит? Думаете, если говорить так, я не верю в коронавирус, это что, вас защитит? Как можно относиться к Богу пренебрежительно? Стремитесь к святости. Ну и, наконец, мое последнее наблюдение. Я не закончил, это просто последнее наблюдение. Святость — это не выбор. Это необходимость, и об этом написано в послании к евреям. 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа». Нам сказано стараться делать две вещи. Когда Бог говорит,
приложите все усилия, мне кажется, он говорит, не оставьте камня на камне, не будьте двоедушными, равнодушными, не делайте только то, что удобно. Не делайте это, если на дворе хорошая погода, а вам просто нечем заняться. Приложите все усилия. Кто это сказал? Это сказал нам всемогущий Бог. Проявите старания на двух фронтах. Будьте в мире со всеми людьми и будьте святы. Если он так сказал, это должно нас отрезвлять. Но одна из этих задач выделена как очень важная. И об этом говорит следующая фраза: «Без святости никто не увидит Господа». Очевидно, что вы не сможете быть в мире со всеми людьми, потому что для этого требуется, чтобы другая сторона тоже захотела быть в мире. Вы не достигнете мира, если вторая сторона не захочет того же. Бог говорит, постарайтесь быть в мире со всеми людьми и будьте святым, а затем добавляет условие: «Без святости вы не увидите Господа». Не думайте, что святость не имеет значения. Не думайте, что она недостижима. Не думайте, что ваше прошлое так мрачно, а ваши ошибки так серьезны, что вы не сможете вести святую жизнь. Сможете? Это смысл Пасхи, это смысл искупительного труда Иисуса на кресте. Но вы не сможете делать это небрежно, между делом. Ровко или словно вы извиняетесь. Нам нужно приложить все усилия, чтобы очистить себя, все усилия, чтобы отложить все, что может осквернить нас и телесно, и духовно. Не нужно с этим мириться. Для чего это вообще нужно? Да потому что святость необходима. Она необходима. Повторю, необходима. Вы верите в это? Нам нужно в это верить. Пасхальное воскресенье — это день чуда. Когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, сила греха, болезни, отчаяния в нашей жизни была разрушена. Хочу помолиться с вами, с каким бы испытанием, телесным, эмоциональным или финансовым, не столкнулись вы сами или ваша семья, Пасха напоминает нам, что сила жизни больше, чем угроза смерти. Давайте помолимся. Отец, благодарю Тебя за каждого человека, который был с нами. Благодарю за Твое Слово и истину. Благодарю, что кровь Иисуса очистила нас и простила. Ты принял нас в Свое Небесное Царство. Дай жизнь нашим смертным телам, покой нашему разуму и надежду нашим душам во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Мы живем в экстраординарное время. Нам многое не ясно. Нам нужно Слово Божие, чтобы твердо стоять на ногах. Сегодня наша жизнь выглядит так, словно она сошла со страниц Писания. Слова пророков каждый день оживают в заголовках новостей. Один из способов ощутить стабильность — понимать Писание. И один из ключевых моментов — знать, что делает Бог среди еврейского народа в Израиле. Прямо у нас на глазах Он исполняет свои обещания, данные еще в
в книге «Бытия». Я хочу пригласить вас в небольшой тур по израильской земле, составленный по материалам наших поездок. Я начал ездить в Израиль еще в детстве. Мы отправимся на Галилейское море, Мертвое море и в Иерусалим. Мы обсудим, как они связаны с нашей жизнью. Когда вы посещаете Израиль, Библия оживает. Она наполняет нашу жизнь не просто истинами, но практическим смыслом. Мы собрали эти материалы в учении «Экстраординарный Бог». В учении «Экстраординарный Бог» вы посетите Израиль, Галилейское море, Иерусалим, гору Кармил и Израильскую долину. Пастор Аллен расскажет историю каждого из этих мест. Вы увидите, что Бог неизменно верен Израилю и что еврейский народ, как и мы, находимся в центре планов Бога. Это учение можно исследовать самостоятельно или в группе. Вы можете смотреть короткие послания пастора Аллена, а затем изучать руководство. Мы высылаем это учение за пожертвование в $45 или больше. Каждому, кто сделает пожертвование, мы также вышлем видеоурок пастора Аллена «Важность Израиля». Он объясняет, почему Израиль и еврейский народ так важен для нашей веры. Сделайте запрос на нашем веб-сайте или позвоните по номеру, который вы видите на экране. А сейчас смотрите небольшой отрывок из этого удивительного учения. Мы совершим тур по Израилю и побываем в моих самых любимых местах. Сегодня мы находимся в центре Иерусалима. Этот город раскинулся вокруг, как красочный гобелен. Иерусалим находится в центре Божьих планов с тех пор, как Авраам повел здесь своего сына на гору Мария. Иерусалим всегда напоминает мне, что Бог заботится о своем народе. Библия не дает пояснения, почему Бог о нас заботится. Однако Иерусалим находится в самом центре проявления его заботы. Этот город станет эпицентром события, описанного в библейском пророчестве. И это возвращение нашего Господа. Он вернется в этот город. И единственная причина тому — Божья забота о нас с вами. Бог верен, и вы можете доверять Ему. Сделайте запрос на нашем веб-сайте или позвоните по номеру, который вы видите на вашем экране. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего.